Привет, медведи! Напугала вас пурга? Сегодня всю ночь пурга вот только к обеду стихла. Да? И все. И нету желания вообще выходить. Да, Машуля? Привет, ребятки! Привет, сладкие! Привет, моя! Дружой, привет! Все. Тобой. Маша, Маша, сиди, сиди, ты моя хорошая. Чё ты? Дай. Туда бы все бы смотрели. Вот гостиницы очередные. От трудящихся. Сказали, так любят медведи хурму. Маша, ну ты выйди. Дай другим зайти. Маша. Вернее, тоже кушать. Я сейчас тебе дам. На. На. Хурма, мама такая вкусная. Маша, ну так нельзя делать. На, иди вон там, иди. Иди. Кушай хурма. Я детей там. Маша, вот хурма, иди. Маша, вот хурма. Ешь, иди. Ну, что ты скажешь? Выходи. Дуся! Лапуся, Маша, отойди немножко туда. Маша, вот так. Детей кормить будем. Наших маленьких. Буржуй, ты тоже не вылазь. Тут и сейчас тоже. Всё. Сказали, они больше курму любят сейчас, чем помидоры. Все знают. Буржуй, ты. Я Дуське хочу дать. Дуся, ты где? Мимо буржуйского рта ничего не пройдет, да? Дуська. Ну, Дуська. Иди быстрее сюда. Дуся. Буржуй. Ну что ты? Дуся! Вот рот какой у тебя. Ведь везде тут успеет подобрать все. На. Ай, вот так надо поставить. Ну, не торопитесь. Дуся, на, ты меньше всех. Дуся! Ой, Дуся, сонная. Сонная, там все что-то хочет прибрать. Все тщательно вытащить. Вкусная хурма? Да, сладкая. Помидоры не такие сладкие. Все, вас угощают. Ну, наконец-то Дусю мы увидели. Все, осталось по одному вам. По одному. И все, Дуся. Лапуся. Все, Маш. Все, ведерко пустое. Да нету тут ничего, буржуй. Нету. Мамка так. Буржуй, не надо зубами еще. Видишь, нету ничего. Не надо его тащить в ведро. Все. Ну все, ребята, молодцы. Перекусили, посмотрел я на вас. Спать.